Брест – город футбольных традиций. Этот девиз стал основным во время спортивного праздника, который прошел в самом сердце города над Бугом. Главная изюминка фестиваля – огромная выставка футбольной атрибутики, собранная настоящим фанатом, ценителем и знатоком футбола – брещанином Георгием Дербуашвили. А сам праздник организаторы посвятили любимой игре миллионов и проходящему сейчас в России чемпионату мира по футболу. Город Брест! И с каждым днем становится все краше, комфортнее, уютнее и привлекательнее еще не только для своих жителей, но и, конечно, для туриста. И это подтверждение этих слов, конечно же, то, что мы можем считаться и спортивной столицей нашей республики. Свою коллекцию Георгий Дербуашвили собирает с 1968 года. Тогда, будучи первоклассником, он сделал первые альбомы о футболе. Сегодня их 1700, а еще 600 футболок и больше 8000 значков. Всего в его коллекции порядка 30 тысяч экспонатов, среди которых редкие автографы, книги и фотографии. Каждая из вещей – уникальный футбольный артефакт. Экспозиция впервые предстала перед столь широкой публикой и вызвала интерес у горожан независимо от возраста. Я думаю, самый раз вот такие праздники проводить, если делаем всем коллективом, а весь коллектив это и любители, и руководство области города, и «Динамо», и футболисты, и дублеры, и вся школа, все, кто отношение к футболу имеет, и горожане, мы раз устраиваем футбольный бум, значит, мы должны его устроить по-настоящему, чтобы господин Диего Марадона приехал и увидел, да, будет знать, что он попал в хорошее футбольное местечко. Одним из пунктов насыщенной программы спортивного фестиваля стала торжественная церемония награждения победителей юношеского первенства Республики Беларусь по футболу сезона 2017-2018. У нас сезон длился целый год, мы шли к этому целый год, мы старались. И я считаю, что мы этого заслужили. И прошли легко полуфинал, и в финале доказали, что мы чемпионы Первой лиги Беларусь. Занимаюсь футболом 7 лет, и для меня это немножко личное, так что, да, футбол, я люблю футбол. Я с ними работаю там, с 8 лет, то есть 10 лет мы вместе, и, скажем так, очень много турниров прошли вместе, и, скажем так, помимо футбола, у нас были, скажем так, такие встречи для сплочения коллектива, то есть мы вместе ездили там отдыхать, мы вместе ездили там на море, то есть у нас достаточно такой коллектив сплоченный. Очень приятно видеть, как они меняются, как они взрослеют, и честно, я очень рад за них, что они все-таки добились этой победы. В городе над Бугом спорт любят, а это значит, что традиция подобных фестивалей будет продолжена. Тем более, что в Бресте есть немало спортивных звезд. Ирина Шойдорт, Букнович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.